Что за заболевание сахарный диабет? Как распознать на ранних стадиях развития сахарный диабет? Что делать, если есть предрасположенность к сахарному диабету? Смотрите видео до конца и узнаете, какие симптомы помогут диагностировать сахарный диабет. Перед просмотром видео хотим всех поприветствовать и пригласить подписаться на канал. Сахарный диабет является довольно распространенным заболеванием. В некоторых странах заболеваемость сахарным диабетом доходит до поражения 2% населения. Что за заболевание сахарный диабет? Это болезнь, при которой происходит нарушение углеводного обмена, повышение уровня глюкозы крови. Расщепление сахаров происходит под влиянием инсулина. При сахарном диабете либо инсулина выделяется меньше, чем необходимо, либо он не воспринимается клетками, то есть возникает инсулинорезистентность. В обоих случаях в крови повышается уровень глюкозы, кровь становится более густой, происходит нарушение работы головного мозга и почек, развивается снижение остроты зрения, возникает сосудистая недостаточность нижних конечностей, изменяется проводимость нервных волокон, что приводит к нейропатии. Развитию сахарного диабета способствует генетическая предрасположенность, заболевание поджелудочной железы, в которой синтезируется инсулин, болезни щитовидной железы. Провоцирующими моментами могут быть следующие: инфекционные заболевания, стрессовые ситуации, обширные травмы, алкоголь, ожирение. Сахарный диабет часто диагностируется не в результате обращения пациентов с клиническими симптомами болезни, а в результате выявления при лабораторных исследованиях повышенного уровня сахара крови. То есть человек уже болеет. Организм его подвергается нарушениям, свойственным длительной гипергликемии, повышенный уровень глюкозы. Страдают сосуды, возможны изменения в работе почек, а человек, не зная о заболевании, продолжает вести привычный образ жизни и употреблять обычные продукты. Как распознать на ранних стадиях развития сахарный диабет? Конечно, всем понятно, что чем раньше будут приняты меры по нормализации уровня глюкозы крови, тем позднее разовьются различные осложнения, характерные для сахарного диабета. Ранними проявлениями болезни могут быть следующие клинические симптомы. Неожиданное похудение, причем без усилий со стороны самого человека. На обычном питании, без соблюдения диеты и изнуряющих тренировок. Просто потеря веса, если такое происходит, то надо проверить сахар крови. Постоянная жажда, желание пить летом и зимой, в любую погоду, в любое время суток. Но употребление жидкости не приносит облегчения, желание пить сохраняется. Выраженная слабость, которая сохраняется круглые сутки, не проходит после ночного сна, не дает интенсивно работать, постоянно требует отдыха. Неуемный аппетит, не проходящий после приема пищи, возникающий сразу же после употребления еды. Чувство насыщения отсутствует. Частые позывы к мочеиспусканию, при которых нет болевых ощущений, и жжение, как при цистите. Ухудшение четкости зрения, дымка перед глазами, дискомфорт в глазах, может быть ощущение жжения. Плохо заживающие ранки, длительная эпителизирующаяся кожная эрозия, часто присоединение нагноения, развитие бактериальной микрофлоры. Повторные инфекционные заболевания, респираторные и кишечные инфекции, протекающие с осложнениями и обязательным вторичным инфицированием. Головные боли, без четкой локализации, но возникающие в любое время суток, без четких провоцирующих моментов. Колебания артериального давления, тенденция к повышению артериального давления. Периодически возникающее расстройство кишечника, диарея, не связанная с кишечной инфекцией. Все указанные симптомы, возникающие по одному, либо проявляющиеся сразу в нескольких вариантах у одного человека, должны насторожить на предмет наличия сахарного диабета. Эти клинические симптомы – показания для исследования крови на сахар. Все проявления сахарного диабета обусловлены нарушением гемодинамики, сгущением крови, при котором происходит развитие сосудистой недостаточности. Возникают нарушения водно-электролитных соотношений, страдают в первую очередь почки, головной мозг и сердце. Повышенный сахар крови создает условия для размножения различных бактерий, что провоцирует длительное заживление, развитие воспаления, нагноение даже маленьких ран. Что делать, если есть предрасположенность к сахарному диабету?
Если начинают проявляться симптомы, напоминающие указанные ранее, да еще в семье есть тот, у кого диагностирован сахарный диабет, то следует насторожиться. Даже если еще уровень глюкозы крови в норме, все равно следует соблюдать гипокалорийную диету, исключить сладости, ограничить простые углеводы, употреблять в пищу больше овощей, а из фруктов выбирать те, которые покислее. Профилактика сахарного диабета включает в себя соблюдение режима питания, отказ от алкоголя, недопущение переедания. Также следует больше двигаться, чтобы активнее в организме расходовались калории. Следить за количеством выделенной мочи и периодически контролировать сахар крови. Также следует проверять общий анализ мочи. Появление в ней глюкозы и кетоновых тел может быть признаком начинающегося нарушения обмена веществ. Будьте к себе внимательнее.